Каким будет выбор? Декада молодежи для бендерских старшеклассников началась с обсуждения важного вопроса – выбор жизненного пути. Каким он должен быть и что ждет впереди, если упорно трудиться? На эти вопросы отвечали наставники и ученики. Мы постарались донести до ребят те успехи, те достижения, те высоты, которых достигли приднестровцы, их сверстники, которые учились здесь. Нам рассказали о тех людях, которые жили в наших бендерах, которые выбились достаточно в такой как бы мир, то есть кто-то стал актером, кто-то стал певцом, и это очень приятно, потому что наш город очень маленький и государство непризнанное. Лекторами для старшеклассников стали библиотекари. Сегодня они говорили не только о том, что выбор есть всегда. Ребятам рассказали и о современных субкультурах. Многие молодежные течения не так безобидны. Именно поэтому подростки должны быть знакомы хотя бы с основными. В рамках декады молодежи в бендерах пройдут благотворительные акции, мастер-классы, лекции, концерты и состязания интеллектуалов. 20 ноября молодежный марафон завершит тематическая вечеринка «Вперед, стиляги».